Итак, всем привет! С вами я, Войтех, и небольшой рассказ о том, почему сейчас нету в последнее время видео, что вообще будет с каналом, почему я не играю в StarCraft. Вот это, кстати, последняя игра, которую я сыграл пару секунд назад. StarCraft в последнее время мне стал неинтересен. Вот просто вот так. То есть, для чего мы играем в игру? Чтобы получать удовольствие, получать какой-то фанчик. Буду ли я в него еще играть? Возможно, если будет что-то в нем интересное. Вот. Я попробовал поиграть в Warcraft, и он мне понравился. Скоро выходит Reforged. Скорее всего, я пока буду поиграть больше в Warcraft. Может, к Reforged как раз научусь. Что-то смогу делать. Вот. Почему StarCraft стал мне не интересен? Потому что, играя только за протосов, за другие расы, мне просто тоже неинтересно играть. А когда ты уже где-то на уровне около ГМЛ, мета очень-очень ровная. И ты либо должен переигрывать на голову всех соперников, чтобы играть в какой-то свой стиль, либо у тебя очень странный стиль должен быть, который подходит под мету какой-то, например. То есть ты играешь только в Алын Чарж Зелков в мете, где все зерги там всегда дронятся, там, например, в 67 дронов при любых раскладах. То есть все метовые билды они этим отбивают. То есть, ну, вот этот вот не метовый, он там у тебя работает. Вот, можно его катать. Будешь себя чувствовать успешно, вот. В противном случае ты играешь в метку. А метка настолько сейчас ровная, устаканенная, и она уже такая очень долгое время, и просто надоело играть в Зелки, Мортал и Архоны. Причем только в них, и ты изначально открываешься, и ты знаешь, что ты будешь играть в них. Да, можно там поиграть в колоссов, иногда еще в какие-то там фениксы, адепты, в ПВП, получается. Можно какие-то там алыны с адептами иногда делать, но все это либо выглядит однотипно, то есть те же алыны с адептами. Ну, типа, как сказать... Адепты с имморталами, и ты, да, вроде бы пушишь с глефами, а не с чарзелками. Но при этом суть одна и та же, что у тебя работают имморталы и сентри, там какие-то форсфилды, там абсолютно все равно, какой у тебя юнит выбран. То есть адепты либо зелки. Этого сильное исполнение там в 90% играх не изменится. Только в 1% ты там сможешь адептами залететь, что-то сделать. Вот. И большая часть игр из-за того, что очень стало легко. Ну и было легко, но как бы, по-моему, я такого в Хотсе не помню. То есть, потому что в Хотсе была экономика изначально слабее, люди позже получали ресурсы, и как бы нужно было вначале даже расконтроливать пробок хорошо, чтобы, ну, банально кибернетку вовремя поставить. Сейчас у тебя начальная экономика почти фулловая, она, ну, хочешь не хочешь, будет давать тебе ресурсы нормально. И почти каждую игру будет чизотня с такой экономики. И вся эта чизотня будет выглядеть относительно нормально. То есть уже что тебя там фотонит ГМ какой-то, что тебя фотонит алмаз, будет одно и то же. То есть вот, к примеру, зашел, дай, думаю, посмотрю, как там в StarCraft'е дела. 12-й пул. Сразу же. Вот. То есть, ты думаешь, блин, да сейчас зерк может сыграть стандартик, я откроюсь первый Nexus, там немножко похалявлю, и вот получается такая игра. И таких игр миллион. Все почти открываются в какие-то 4 ВГП. То есть, прям какую-то интересную игру вот последнее время, когда я играл, я не получал. Интересно играть в реальности, наверное, вот где-то на уровне алмаза начального. Там игра прикольная, где все допускают ошибки. Если вот у вас уровень алмаза или до еще, это прикольный StarCraft. Все, что позже, уже люди успевают настроить юнитов, и он унылый. Тем просто приходится строить зелков и морталов, архонов, и все, и меситься. То есть банально просто позабирали все интересные опции у протосов, закрыли почти доступ к блинксталкерам,
Но я планирую в следующем видео, возможно, сделать последний стримчик, где я поиграю, может, с этого аккаунта чисто в Блинксталкеров, хотя вряд ли. Просто вот заходишь, просто не хочется играть на самом деле в StarCraft. Вот. А на канале у нас будет, получается, уже стримов прям не будет таких, чтобы не забивать все это дело. Будет контент только выходить. О том, какой контент будет выходить, вы можете писать в комментарии к любому из видосов. То есть, если вас какой-то контент интересует. То есть, даже разбор карт нового сезона в StarCraft, например. Может, какой-то еще там обучающий ролик в StarCraft интересен. То есть, он вполне... У таких видосов есть шанс выйти. Вот. Но конкретно играть, чтобы просто поиграть, там, я не знаю, как говорится, потренироваться, прям мотивации, интереса совсем никакой нету. Потому что даже просто вот я зашел в Диабло, повыбивал там вещей, получил намного больше фана, чем там от ладера. Потому что, ну, на ладере просто одно и то же постоянно. Постоянно эти 12-е пулы, постоянные танкопуши. То есть ты каждую игру смотришь, играешь, и ты уже изначально знаешь, что произойдет. И нету диверсификации, так сказать, этих игр очень редко. Потому что в Warcraft, например, из-за маленького количества юнитов, из-за очень слабой экономики относительно именно как бы цена юнитов, в принципе... дорогая и максимальная, то есть экономика, которая сразу у нас, в принципе, доступна, дает нам 3 юнита в минуту. Примерно такое у нас там КПД в Варкрафте. Вот. И по сути, да, там примерно одинаковые армии постоянно появляются каждую игру, но при этом там микро двухсторонняя, то есть там нету такой штуки, что... Там позиционка, я бы сказал, меньше решает, чем в Старкрафте. Потому что здесь, вот, например, этот сталкер, он здесь ультимативный, да, он стоит за стенкой, и все, его никто ничего не тронет, и он всех убивает очень быстро. И также наоборот, он стоит здесь, собаки на него нападают, все, это конец. То есть, если он даже стоит здесь, собаки на него еще не напали, это все равно конец, потому что они быстрее. И Старкрафт это игра вот именно очень больших... таких критериев. То есть здесь твой юнит сильный, он вышел чуть-чуть за стенку на сантиметр, у собак скорость в 10 раз быстрее, чем сталкера, да, то есть у него скорость 4.13, у них там со скоростью, у них без скорости 4.13, со скоростью там намного больше. И что бы ты ни делал, то есть маленькая погрешность вот такая делает твоего сталкера убитым. А там убитый сталкер из-за того, что он там дорогой протосов. Он, у тебя может там быть стенка открытая, еще что-то. И, то есть из-за таких мелочей проигрываются игры моментально. То есть StarCraft игра, в которой можно моментально проиграть игру. Вот буквально не поставить там вот этих 3 пилона. То есть можно было где-то ошибиться. Вот Зерк там свичнулся, начал строить рабов и Роуч Варена. Вот если бы я не поставил 3 пилона, а поставил 2, и он бы их начал грызть и достроил вместо этого собачек и прибежал, либо открылся бы в газ пул, а не просто в пул, возможно, я бы уже проиграл. Вот. То есть, да, там пришлось бы микрить пробками. Вот. Была бы типа бы другая игра немножко, но все равно. Поэтому просто-напросто StarCraft стал скучен уже. Импакта ты за протосов мало наносишь. Тебе просто надо выживать какое-то время, а потом в один момент твоя армия становится очень, ну, сильной. Но эта армия скучная, кликовая. Ты просто проходишь, убиваешь, если все ты до этого делал хорошо. Если делал плохо, ты не убиваешь, проигрываешь игру. Либо ты ее уже проиграл, если ты что-то делал плохо до этого. И это вот, ну, скучно. Вот, поэтому будет контент по Варкрафту, и будет именно контент сейчас. То есть, а стримами, скорее всего, подзавязал. Возможно, будут стримы в группе в Дискорде. То есть, типа, если какое-то что-то организовывается, прикольная тема, возможно, будет включаться стрим закрытый, и из него будет нарезаться контент, может быть. Вот, но опять же по запросам, как я говорю, что если вам интересны какие-то от меня разборы карт, там еще что-то,
всегда можете эту тему предлагать. То, что я могу даже не заметить, что новый сезон вышел. Шучу, конечно, я замечу. Вот. Но такие, в общем, делишки. То есть пока что StarCraft до следующего патча мне точно не интересен. Очень скучноватые игры. Будет Warcraft, Warcraft Reforged. Возможно, контент какой-то по другим играм. Overwatch, Hearthstone, там, я не знаю. Просто какой-то контентик буду скидывать, то, что я наигрываю. Вот. Так что всем до новых встреч, ребят. Комментите там, что вы по этому поводу думаете. Вот, и всем удачки. До новых встреч, хотелось бы. Покажу, чем закончилась игра, в принципе. Рано попрощался. В общем, я отбивался, отдал Нексус, убил собачек. Пошел в All-in, потому что больше ничего не оставалось. И вот мы приходим, начинаем микрить, фокусить рачей, спасать своих сталкеров призмой. И таким образом нам удается одержать победу над Чизером, Зергом. Не сразу, конечно. Потому что предстоит еще посажаться с роем собак. У которых уже есть скорость, кстати. Посмотрим. Какая она? 6.58. GG.